Добрый день, с вами Наталья, и сегодня я хочу вам показать, что у меня растет на подоконнике, на окне. Все это у меня стояло на балконе, но пришлось занести домой. Вот у меня цветет томатик, вот тут есть плодик. Это все отголоски летнего урожая, вот остатки. Есть еще вот такой томатик. Это зелень овса. Дальше в двух емкостях у меня растет укропчик. Это кинза. Тут часть, к сожалению, не взошло, а часть я пересаживала в другую емкость. Это лучок. Но здесь у меня большая емкость. Это все остатки верхушки от лука здесь, морковки и бурячка. Вот я верхушечки срезаю и высаживаю в землю. Вот здесь есть уже такая зелень морковочки, зелень свеколочки. Вон там дальше морковочка. Ты еще посадила остатки лука, но пока что не проросло. Так что если вы берете на суп или на борщ или там еще куда-то овощи, и у вас проросшие верхушечки, можно их срезать сантиметра два и посадить в землю. Получается зелень из отхода. Но только начала она расти, но я все равно решила вам показать. Вы можете это сделать тоже. Вот тут на балконе притаились еще две помидорочки. Вот зашла еще петрушечка, еще постепенно сходит. Вот я занесла мой красавчик. Показать вам чернобривчик. Он вообще-то растет на балконе. Я показывала видео отдельно. Вот он пустил еще бутончики. Так что он не в одиночестве. Вот еще готовятся еще другие его части. Видите, вот еще будет цвести. Что, дорогие друзья, можно посеять овес. Можно посеять укропчик. Можно посеять кинзу, петрушку. Лучок прорастить. Петрушку, можно шпинат. Вот как я в предыдущем видео показывала, как я сеяла горчицу. Так что еще очень много зелени, которую можно посеять. Итак, всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.